похожую работу по концепции реорганизации уличной дорожной инфраструктуры. И одно из таких важных мероприятий – это реорганизация парковочного пространства. В концепции мы говорили о том, что город может и должен в том числе активировать парковочные парковки. И мы, в общем-то, сегодня уже перешли от слова к делу. Мы сделали первый пилот. В дальнейшем мы будем увеличивать территорию муниципальных парковок. Наше понимание того, что все-таки центр города, учитывая, что в том числе и лицо нашего города должно оперироваться муниципальными, муниципалитетом. Ну и действительно, сегодня это первый пилот. Понятно, что здесь мы учтем все те какие-то технологические недочеты, которые наверняка мы в перспективе и увидим. Но и в дальнейшем мы будем увеличивать географию. Уже сегодня говорили, что следующая локация – это и Александровский проспект, Пантелеймоновский, ну и другие локации. Здесь 42 парковочных места. Еще раз хочу сказать, что первый наш пилотный проект по муниципальной парковке мы хотим показать многим и доказать, что город можно оперировать парковочным пространством самостоятельно. Тем более у нас уже появился такой серьезный важный ресурс, как инспектор. С одной стороны, человек может получить удобный прозрачный сервис, потому что вы знаете, что деньги, которые сейчас оплачены, они поступают именно естественно в городской бюджет. Мы сегодня в 21 веке, поэтому, в том числе, кстати, коронавирус, поэтому я думаю, что за бесконтактные платежи не будущее, поэтому одно из тех требований, которые дополнительно сделали депутатами транспорта, это возможность оплаты с помощью сервиса как PayPass. Разъяснение, что парковочное стекло нужно положить под лобовое стекло. Номер транспортного средства. Можно вас попросить вбить для эксперимента? Сумма пополнения составляет 5 гривен. Да. Можно оплатить как картой, так и оплатить наличкой. Давайте пайпаса попробуем. Есть. По идее должен быть. Система обрабатывает это интернет-соединение. Она заносит данные на сервер. Данные на сервер и сразу же отправляет информацию инспекторам по паркованию. Они сразу уже видят о том, что оплачено за парковку. Произошла операция успешная.